Радость встречи, непринужденное общение. Депутаты готовятся обсуждать изменения в городской казне. Бюджет Улан-Удэ, как и прежде, дефицитный. Доход почти 10 миллиардов, расход на миллиард больше. Вдобавок, на этой сессии депутаты одобрили новые статьи затрат. Так, например, на ремонт котла на юго-западной котельной потратят почти 7,5 миллионов рублей. Практически столько же будет стоить содержание парка имени Жанаева. Уборка кладбища обойдется в 1 миллион, как и обрезка деревьев у школ. Запланировали средства и на другие, не менее важные цели. Предусматривается 1 миллион на проведение акции «Твои налоги, твоя школа, детский сад». И также, уважаемые депутаты, на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях предусматриваются средства в объеме 26,6 миллиона рублей. Кроме финансовых, обсуждали и кадровые вопросы. Досрочно свои полномочия сложили сразу три депутата – Геннадий Доржиев, Анатолий Ковалев и Михаил Степанов. Ныне они – депутаты Народного Хурала. Затем перешли к назначениям. После перехода Натальи Бухальцевой на должность замминистра здравоохранения свободным оставалось кресло председателя комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике. Прошу принять решение, уважаемые коллеги. Вношу также сразу предложение. Я предлагаю, уважаемые коллеги, на эту должность Александра Дашевича Еринчеева. За предложенную кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. На том и разошлись. Оксана Тантоева, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.